О, пошел, пошел, пошел. Их два, так нормально. Это самое время, чтобы испытать мой новый лук. Так, ну-ка, нацелюсь. И должно, по сути, двоих поразить. Пошли, да, все, хорошо работает. Так, эй, ушибки, сколько у вас там? Так, давай быстрее, опа, бам. Мои стрелы-то лучшие, потому что я стреляю 3 стрелами, бам. Так, ну-ка, вам двоим, оба, и тебе тоже, бам. Сразу 3 стрелы и бам. Нет, тихо, нет, пошли нафиг. Ай, тихо, а ты тут что делаешь? Ай, тихо, господи. Всем привет, ребята, с вами, как обычно, Паша, Влэйси. Так, ушибки, пошли нафиг, у меня 3 стрелы. Все, фу, господи, уничтожил. Так, ребята, короче, я сделал лук, то, что он умеет, короче, стрелять 3 стрелами. То есть мы можем поразить, там, например, 2 цели или 3 даже одновременно. Привет, лошара, бам. Все, идеально. Так, ну-ка, давайте еще добьем вот эти парочку и уже дальше так продолжим ролик. Все. Ух, ребят, слушайте, лук неплохой, надо будет затестить его на драконе. О, привет, свинка, что ты тут это отдыхаешь? Так, ребят, ну, в принципе, что я могу сказать, ребята, до 100 тысяч осталось совсем чуть-чуть. А вы, ребята, их что-то не набираете. Так, ребят, давайте вот сейчас каждый поставит лайк, подпишется на мой канал, сделает красную кнопочку, подписаться, серый. Вот, друг, я смотри, вот видишь, я обстрелянный просто стрелами, смотрю на тебя, и вот я вижу, что ты еще не поставил лайк. И, друг, давай, сейчас же ставь лайк, это... Чё? Стоп. Подождите, чего? Стоп, мне или показалось, или возле моего дома какой-то ушлепок дом квадратный построил. Это что за фигня? Так, ребята, что такое это не дело? Так давайте посмотрим, кто это. Так, там человек стоит, так и... О, машина! Стоп, реально! Какой-то чувак построил возле моего дома дом свой. Так, ушлепок, я сейчас на тебе же свой лук же протестирую. Эй, ушлепище, ты давай тут это свой, вот этот вот мусоровоз, блин, увози, и вот эту фигню тоже увози. Так, молодой человек, опустите стол, подождите, я обычный курьер, пожалуйста, не стреляйте. Я привез вам посылку, вы же Паша Флэйси, да? Ну, допустим, ладно, хорошо. Это я. Так, ты говоришь курьер, так я ж ничего не заказывал. Что ты мне мог привезти? Я не знаю, что в посылке, конечно, но написано по документам Паша Флэйси, деревня номер 7. Я привез деревню номер 7, Паша Флэйси. Ага, ну... Ладно, хорошо. Так, ладно, иди, не знаю, на те стрел, кости, там, извини, то, что направил на тебе лук. Так, ребята, слушайте, нам какой-то человек прислал посылку, хотя я... Ничего вроде как не заказывал. Слушайте, она довольно-таки здоровая. Больше, чем мой дом. Ребята, вот за это реально стоит поставить сейчас же лайк. Вот кто еще не поставил лайк, вот сейчас, друзья, нажмите на кнопочку лайка и нажмите на красную кнопочку подписаться. Ну, до 100 тысяч осталось совсем чуть-чуть. Ну, помогите мне добить 100 тысяч, пожалуйста. Я буду очень благодарен. Так, ладно, ребятки, сегодня мы посмотрим, что у нас в этом жестком... Ящики, посылки. Так, тут у нас какой-то рычаг. Так, давайте откроем. Вот так, опа. И чё? И чё, типа, о, смотрите, звуки какие-то. Так, ребята, это... О. Чего, стоп? Вот на этой фигне вы привезли вот этот здоровый ящик. Офигеть, ребят, не думал, что такие тачки существуют. Так, стоп, я не пойму, это дверь какая-то? Тут двери, типа, есть или что? Эй, алло, о. Реально, чего? Невидимая дверь, получается, тут... Есть, ничего себе, ребятки. Так, а... Опа. Ребят, смотрите, нас встречает сразу же... Так, какие-то картины. Такие, что это? Накование, сундук. Так, ребята, вешалка. Стоп, подождите, это... Это дом, чё ли? Ребят, если... Нет, да не может быть. Да вы чё, не-не-не, ребята, я... Я не верю, да ладно. Ну-ка, ребят, стоп. Вот в этой фигне можно дом поместить. Да ну нафиг. Так, ладно, ребят, давайте посмотрим. Так, ну как сюда входим. Так, ребят, проходим и тут. О, чего, ребята, тут можно? Тут есть посудомоечная машина. Тут есть кухонная плита. Тут, ребята, можно помыть руки. Печка. Так, стул, чтобы посидеть там, поесть. Чего? Так, ребята, я понял, что это у нас гардеробная. Тут мы можем сложить наши вещи. Повешать вещи, прокачать вещи. Реально. Офигеть, ребята, слушайте. Ничего себе, неплохой домик, я бы так сказал. Так, а что у нас тут еще есть? Так, ну-ка, в верстах, ребят, что-то создавать. Печки что-то жарить. Неплохо. Но я так понял, что это кухня, ребята, у нас. Это неплохо. Так, а тут у нас что? Это зал? Ребят, это реально похоже на зал. Тут просто ковер. Отдыхаешься, знаете, такой, ну, смотришь там телек, да? Довольно-таки маленький. Ну, пофиг того, ну, блин, смотришь телек, наслаждаешься. Тут взял это, взял еды. Слушайте, блин, прикольно. Так, а тут у нас что за комната? Открываем и...
Это маленькая душевая, ребят. Смотрите, тут мы можем помыться с вами, такие, там, в горячую воду, холодную. И также, блин, а где туалет? Так, ребят, что-то не понял. А где туалет-то? Куда мне это, как бы, ну, ладно, хорошо, ребят, допустим, туалета тут нету. Так, хорошо, слушайте, ребят, первый этаж, и так много всего уместил. Он уместил, ребята, у нас ванную, зал, кухню, гардеробную. Это просто жесть. У меня, чтобы вы понимали, вот, ребят, давайте сейчас быстренько ко мне домой сбегаем. У меня, ребята, дом, по сути, ну, можно сказать, наравне, да? Он наравне, хотя у него, я так понял, нету второго этажа моего дома. Но смотрите, у меня что тут уместилось? Ну, кухня, как бы спальня, да, тут моя. И, ребята, вот, ну, комната для записи. И то, ну, она совмещена с кухней. Ну, тут еще есть вот как бы комнатка для рататуя. И все, ребята, а вот там уже, просто на первом же этаже, который, я так понял, смотрите, он меньше, чем мой дом, уместилось такое количество, ребят. И я просто в шоке. Так, ладно, давайте дальше смотреть. Тут у нас второй этаж, ребят, поднимаемся, и тут 3 комнаты, да вы издеваетесь. Так, ладно, ребят, давайте зайдем в первую комнату, и тут... Вы что, издеваетесь? Ребята, в этом маленьком доме поместился еще джакузи. Ребят, отдельная комната для джакузи. Это просто рай, мне кажется, а не дом. Офигеть, кто это мне такое отправил? Мне даже интересно, ребятки. Слушайте, плавать можно, блин, отдыхать. Так, а где туалет? Где туалет? Ребята, я что-то не понял. Подождите, мне... Куда мне идти в туалет-то, ёбай? Если я захожу в туалет, то что мне? Как бы в джакузи или там, не знаю, в душ, блин? Что? Ладно, ребят, давайте дальше посмотрим. Так, ну-ка, открываем и... Чего? Ребят, стоп, не понял, компьютер? Стоп, ребят, тут комната для записи есть! Прям отдельная комната, не то, что у меня! Офигеть, ребят, то есть тут, смотрите, ноутбук, компьютер, кресло. Блин, еще картинки всякие прикольные. Блин, вот эта картина моя самая любимая. Офигеть, ребят, то есть можно... Ребят, вот кто еще не поставил лайк, вот сейчас же поставьте лайк этому видео. Вот реально, друзья, ну вот, ой. Ломал нечаянно. Нет, не та картина. Суть не та. Вот, вот так. Кто еще не поставил лайк, вот сейчас же, ребята, ставим лайк. Подписываемся на мой канал. Вот реально, друзья, ну этот дом, мне кажется, реально достоин вашего лайкусика. Тут и джакузи, тут и комната для записи, где можно поиграть в Майнкрафт. Это просто жесть. Так, и последняя комната, ребятки. Это... Чё? Так, что-то 2 сундука. Стоп, ребят. Во-первых, у меня есть 2 вопроса. Где туалет? Во-вторых, где мне спать, ребят? Потому что, ну, за все время я как бы не увидел ни одной кровати. То есть тут это гардеробы. Хотя, может, на диване типа спать? Ну, ладно, окей, допустим, у нас... Ну, все равно, где туалет-то? Ребят, непорядок. Так, ладно, давайте посмотрим, и тут... О, стоп, чего? Ребят, это жесть. Нам еще тут вещи какие-то дают. Вы что, издеваетесь? Так, ладно, ребят, давайте возьмем все. Абсолютно все. Мне интересно, что там даже... Какие вещи? Так, ребят, все забираем. Все, абсолютно все забираем. Все, забрали и погнали быстрее на улицу. Ребята, будем смотреть, что там у нас да как. Так, значит, первым делом, ребята... Ой, я кинул это зелье силы. Ладно, тут у нас было зелье силы и... Ой, еще одно зелье силы. На тебе, дружок, бам. Так, ладно, давайте дальше еще посмотрим. Так, ну-ка, что у нас тут? О, это... Тренажер. Чего? Так, это, ребята, стоп, а это можно куда-то в дом можно поставить? Или это просто как, ну, не знаю, как декор какой-то? Блин, вот это, кстати, прикольно. Знаете, на улицу так заниматься? Свой спортзал на улице. Это, блин, это круто. Хотя могут украсть. Так, ладно, дальше у нас бильярд. Подождите, чего? Реально бильярд? О, реально. А это что? А это что такое? Ну-ка. А это ки... О, ребята, блин, мы сейчас на улице сделаем реальную игровую, офигеть. Тут у нас и бильярд, и можно отжиматься, подтягиваться, блин, все что... О, и бегать на тренажере. Это просто, ребят, смотрите, вот так вот. Давай, беги. Вай, позывай. Блин, прикольно. Так, ладно, что у нас еще тут было? Так, у нас был портал ган, но это я уже видел. О, нифига. Хотя нет, вот эти розовых штук я не видел. Смотрите, бам! Вот так вот, бам! Блин, прикольно. Ну-ка, а если мы сделаем вот, например, вот так вот? Вау! И вот так вот, вау! Блин, прикольно, ребята! Так, ну-ка, все, я не хочу играться. Так, давайте туда и вот туда. Так, ну-ка, туда и вот сюда. Все, ребят, закинули, и теперь... О, у нас это еще не все, подождите. Это... Мне как раз-таки нужна такая штука, смотрите, бам! Просто 3 стрелы. Ну-ка, давайте еще в желтенькую, бам! Вот так офигенно. Ну-ка, давайте вот на большом расстоянии попробуем вот настолько. Ну-ка, вот так, бам.
Ой, блин, нет, 3 стрелы все же не долетело. Ну, ребята, это просто жесть. Слушайте, реально круто. Так, давайте дальше ее посмотрим. Это, да ну нафиг, вы что, издеваетесь? Ребята, кто не знал, это как бы, ну, типа, шутер Человека-паука. Офигеть! То есть я могу пускать паутину, смотрите. Вау! Тихо, офигенно, офигенно, ребят, слушайте, это реально круто. А кто это прислал мне такое, мне вот интересно. Вау! Тихо, ой, аккуратненько, ребята, давайте еще раз, бам! Вау! Слушайте, я реально Человек-паук, вау! Тихо, аккуратненько, ай, блин, не, ребята, давайте вот туда вот так, бам! И, опа, поднимаемся, и вот так вот, бам! Так, домой, вау! Офигеть, ребята, это реально очень круто. Так, только я бы хотел это снять, потом еще полетаю на паутине. Так, ладно, давайте дальше посмотрим. О, золотое яблоко, кстати, давайте съедим его, чтобы быть бодрячком. Ребята, поставьте лайк, ну реально, серия очень крутая, мне кажется, она заслуживает вашего лайкусика. Так, ребят, о, динамиты. Ребят, я знаю то, что вы любите, когда я взрываю динамиты. И, ребята, я обязательно их взорву. Ну вот, ребят, смотрите, мы берем, отходим, ставим динамиты. Бежим лучше куда подальше, потому что сейчас нам будет конец. Ой, это, стоп, не конец, хотя... Это что такое? Подождите, ребят, это... О, что? Так, ребят, подождите, что-то интересное тут такое. Это бункер? Ребят, это реально бункер, вы только посмотрите. Офигеть! Ребят, поставьте лайк, я такой первый раз вижу. Чего? Так, а это что такое? Так, ребят, давайте его подорвем. Опа, и... Бежим отсюда нафиг, ребятки. Бежим, бежим, бежим. Так, отходим и... Ребята, что за бред? Так, у меня врубилась музыка какая-то. И, блин, полмира врубилась. Блин, просто сыр. О, рататуй. На тебе сыра, поешь, блин. Офигеть, рататуй, это для тебя просто... А это, ребята, все стало сыром. Вы что, издеваетесь? Да ну нафиг. Да ну нафиг, ребята, это просто жесть. Так, ну вот, а вход, нет, 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 только не говорить то, что весь дом стал сыром. Нет, давайте, блин, ребятки, это плохо, это реально очень плохо, это реально очень плохо. А, пол дома стало сыром. Ребят, мне кажется, и пол деревни стало сыром, это жесть, это реально просто жесть. Ребят, ну я не знаю, блин, я с вас только попрошу поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, ну а с вами был Флейзи, всем удачи, всем пока, народ!